И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дексис, и это очередное видео по Бравлу. Да, сегодня, как вы угадали, я снимаю с Ромой, да. Вот у него ник Zerodet, если хотите добавлять его в друзья. Ну, короче, вот его ID. Можете его добавлять в друзья, если хотите. Ну, а мы с Ромой погнали в катку. Погнали, Рома. Побыстрее загружайся. Кстати, очень легендарный фон вернулся с 7-го сезона. Вообще кайф. Такс, погнали сразу же за баночками. И да, я забыла отметить то, что мне выпал вот этот офигеннейший скин на Леона. Динозавр. Блин, я думала, больше софтоатачить будет. Ой, точнее, не автоатачить, а это. О! Ё-моё, 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 ё-моё. Я почти Бо убил. Ёшкин, матрёшкин. Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Да-да-да, офигенно. Всё, вообще кайф. Пока оставляю баночки, чтобы Рома их тоже смог забрать. Так, выпускаю своего клона. А сам в инвиз. Увидели, ребят, у меня 39 хп было, а я как выжил. Офигеть. Уже только начало видео, уже потные каточки. Кстати, ребят, ставьте лайк, если вы рады тому, что возвращаются ящики. Если честно, я очень рад, прям, ну вообще пипец. Ну, хотя жалко, что это ивент только, и они не навсегда, но хотя бы на сколько-то. Это меня радует очень. И это даже прям для меня ностальгия возвращается. Прям пипец. Халух. Еще одного клона выпускаю. Хо-хо-хо. Ну, 15 банок, он как бы нам ничего не сделает, даже с тиммейтом. Тут котлету просто сразу на минус. Ну, давай, иди сюда, пупсик. Туда его. Кстати, кто не знал, Леон — это мой любимый бравлер. Поэтому я на нем просто тащу, как не в себя. Как-то так. Кстати, вот такая классная иконка у меня где-то с телеграм-канала я какого-то забрал. Короче, не помню с какого. Вообще кайфовая иконка. Так, ну а мы погнали, в принципе. Также за Леончиком. Кайфово. Ну что, бой начинает. Да, блин, подушка вонючая. Ну... Блин. Сразу в центре. О, Леон АФК. А нет, уже не АФК. Ну, жалко. Так, сейчас... Стул. А, он меня убивает. А, нет. Меня не убивает Эдгар. Офигеть. Я думал, меня Эдгар убьет. Баночка. Блин, а ё-моё. Я тупой. Что я натворил? Давай, Ромка, тащи, пожалуйста. Давай. Две команды, отлично. Ну и чё, полетели теперь в центр. Ну, блин, тут смысла даже нет, мне кажется, играть. Ну все. 16 банок у них, ну это понятно. Так, в принципе, плюс 13, ой, 12 кубков. В принципе, очень кайфово. Кстати, ребятки, напишите, кто знает, когда выйдет обнова. Вот этот легендарный ящик, ну просто. Еще они так улыбаются подозрительно. Особенно Райан. Хотя Фрэнк тоже странно как-то улыбается. Ну, блин, этот ящик легендарный. Просто он так... А чего у меня вылетело? Непон.
Ну-ка, заходим обратно, ребятки, это не дело. Ну, а мы перезаходим. Перезашли. Ну, слушайте, обычный ли он вообще фигня по сравнению с этими скинами? Вообще кайф. Ну, а я хочу поиграть за Гаса. Ананаса. Что-то я сейчас подумал, надо бы подкопить гемасик, чтобы потом всякие скинчики покупать. Или, может, акции, когда мегаящики вернутся. Там же 100% какие-нибудь акции дешевые будут. Или наоборот, когда их начнут убирать, там же будут тоже акции дешевые. Типа, мегаящики убираем, и типа, вот вам акция. Какая-нибудь дешевенькая. И вот, допустим, для таких моментов я гемы и коплю. Блин, еще 5 команд. Ё-моё, я думал уже, ну, команды 4 хотя бы. Чё, если мы первые сольёмся? Ой, хотя не надо об этом думать, мы не сольёмся. Так, ну тут по розе просто попадать надо. Ё-моё. Ну всё, минус роза. Минус почти Леон. Квинтиллион. Ой, минус Леончик. Ну как это красиво. Ой-ой-ой, сейчас минус Кольтяра. Блин, а... Почти кольта убили, 11-баночного, ёшкин. Офигеть. Рома, я тебе сейчас советую пойти... Да, на кольта ульту. Ой, зря. О, не-не-не-не-не. Вот это да, ребятки. Сейчас мы их как замочим. Офигенные, ребятки. Кстати, как по мне, Гас это самый топовый сверхредкий боец. Для меня. Для кого-то не самый топовый, конечно. Но для меня он лучший. Из сверхредких, повторяюсь. Ну ладно, играть снова. Допустим. Не, ну как по мне, это загрузочный фон, это просто, не знаю, космос. Хотя был в прямом смысле космос, там же, где генерал Гас, там же загрузочный фон с космосом был. Но это тоже сам, тоже вообще легендарный фон с генералом Гасом, конечно. Это вообще было нечто такое. Блин, меня убили. Почему меня? Почему? О, давай, Ромка, тащи. А, одна секунда, офигеть. Тут он сейчас, если у него гаджет с ультой, то я не выживу. Ну, понятно, все. Я так и предположил, что у него гаджет с ультой был. Это было очень предсказуемо. Ну, давайте-ка поменяем перса. В принципе-то, что тут можно поменять? Хочу за Тартару сыграть. Не знаю, как, конечно, у меня за нее получится. Плохо или неплохо? Что он там выбирает? Давай побыстрее выбирай, Рома. Побыстрее. Ты задолбался ждать. Давай, пожалуйста, быстрее. Быстрее. Чё он так... А, ну вот. Наконец-то выбрал их. Причём в загрузочном фоне вроде бы ничего даже не изменили. Так просто такой же загрузочный фон добавили и всё. Ну и хорошо, что не изменили. Осталась та же самая атмосфера, ностальгия. Ну, конечно, мне кажется, все Old Бравла просто ревели, когда мегаящики... Ну, точнее, все ящики убирали. Мне кажется, все Олды просто ревели.
том числе и я. Но я олд, я играю, потому что с фона, не помню, кто там. Ну, короче, на фоне, в пустыне вроде или где там, короче, на фоне Кольт, Пока и еще кто-то. Ну, вы поняли, такой фон. Многие с него тоже начали играть. Ну, думаю, вы поняли, какой это фон. И да, кстати, ребятки, напишите в комменты, на каком фоне начали вы играть. Мне очень интересно почитать комменты. Третье место плюс один кубок. Ну, как-то мало, хочу еще. Мало. А на таре играть не хочу. Значит, поиграю на Эль Прима, кстати. У меня в последнее время скины падают, если только на Эль Прима. Это просто какая-то, что ли, не знаю. Эль Примическая зараза какая-то. Рома Мортиса взял. Ну, кстати, хорошая тема. Хотя, блин, только ближники. Два ближника в теме, не знаю, как-то пойдет или не пойдет. Ну, тут в середине кусты, это очень хорошо. Для нас, ближников. Это кайфово, в принципе. Не, вот сейчас я эту Джекер несу просто. Спокойно просто туда ее. Вот Рома бы не разнес. Ой, Леончика туда же. Нет, просто тут очень легко на этой карте за Эльприму занять первое место. Просто первый в кусты приходишь и начинаешь оттуда всех дубасить просто. Ну, это реально легко, в принципе. Блин, ульту просрал. Ну, почему нет? Ну, все, я король кустов, в принципе. Никаким Эдгаром меня не победить. Так что вот так. Я буду здесь сидеть. Вы не думаете, что я куда-то пойду? О, сатану оставил. Ай-яй-яй-яй. Ой, Рома как красиво сыграл. Ай-яй-яй-яй, меня сейчас кольт может вынести. Ну, блин, собака. Ненавижу кольтов. Просто, ну, ненавижу, реально. Кольты это просто, ну, даже смотреть на него не могу. Ну, блин, акула, кольт, классный скин. Нет, ну, про то, что я говорил, то, что мне в последнее время только на Эльприме скины и падают, то это правда, потому что... Не, ну, реально, просто посмотрите на то, сколько у меня скинов. Обычный Прима, Эль Рей Прима есть, Эль Атомико, причем все дорогие, нормальные. Ну, по 179, 79 где-то. И Эль Мажордом. Ну, в принципе, знаете ли, не сильно дешевые скины. Но я хочу себе вот этот, Эль Квадербек. Мне вообще сначала показалось Эль Квадробика. Ну, если в Бравл добавят скины Квадробику, то я просто вообще сразу уйду из игры. Потому что заниматься квадробикой, это не знаю, таким дауном надо быть. Ну реально, кто квадробик? О, Биа, кстати, я Биу возьму. Или как правильно? Биу? Бию или как? Короче, напишите в комменты, как правильно. Типа, допустим, так Биа, а если другу, допустим, говоришь, я, ты возьми Бею или Биу, как сказать. Возьми Беа, так и сказать. Напишите в комменты, как правильно. То я вообще хз как. То у меня подписчики-то умные, они все знают. Это правда. Нет. Фух. Меня почти Фрэнк задубасил. Ну, вы сами видели. Так, хотя я Беа, лучше в центр не идти. Как по мне. А я лучше кого-то отсюда, из кустиков. Всех буду, так сказать, дубасить. Ой! Ну, блин, там чуть-чуть оставалось. Минус 5 кубков.
Идите-ка вы знаете куда. Охренеть. Суперсел, куда вы смотрите? Не знаю, кого взять. На Броке я точно солью на него у меня. 24-й ранг, блин. Пипец вообще. Слушайте. Не-не-не, ты чё, Рома, какая Шелли? Хотя... Отлично, тима получится, Шелли, Эдгар. Мне кажется. Тима кайф. На Мортиса. Ну хз. Хочу без цилиндра. Ну, начинаем. Ну, в принципе... В принципе, ребятки, дела не так уж и плохи. Я вам так скажу. Ну, по 2000 урона я уже с двумя банками нормально наношу. Блин. Эмс бы задубасить. Блин, 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 блин. Пожалуйста. Просто убегаем отсюда нафиг. Я удивлен, как меня еще не грохнули. Блин, а ё-моё. Блин, хотя же мог на Эдгар выпрыгнуть. У него чуть-чуть совсем хп было. Косарь 900. Ё-моё. Я только сейчас это осознал. Ну что, пойдемте. Просто добиваю себе. Там шкала заполнилась. Блин, Шелли убила. Туда, отлично. Блин, Эдгар, Эдгар, Эдгар. 11-баночный. Ё-моё! Ребятки, спасите. Как с этим бороться? Ну, блин, тут другого выбора не оставалось. Давай, давай, Рома. Нет. Не получилось. Сегодня не наш день. Ну, поехали дальше, наверное. Во что там еще можно сыграть? В принципе, хз. Не, не за Мортиса. Хочу за Бибу. Да, Биба. Ну, Биби это все-таки сильный боец. Вроде не слабый. Но Биби это одна из моих любимых бойцов. Так что как-то так. Блин, здесь Перл есть. Ну хотя этот Перл пернул, он ничего не сделает. Ой, Тик. Все. Ему кранты. Ну блин, дисбаланс вонючий. Мика ненавижу. Нафига его добавили? Просто дисбалансище. Мика это такое дисбалансище. Это просто, ну, обкекаться можно. У меня нервы на пределе. С этим Мика. Тихо, тихо, тихо. Нервы на пределе. Все, Рома, молодец. Если бы на него сейчас этот Мика выпрыгнул, мне бы просто такое было. Вы не представляете. Ну и тут я возродился как раз. Ой, зря. Да ёшкин-мукарёшкин, на Мика достал уже.
Туда этого миг. Просто туда его. Ну, в принципе, три команды сейчас ждем. Давай. Ну, блин, это было зря. Ну, блин, сейчас Мика его вынесет. Ну и, блин, Рома только замахнулся, уже его убили. Ну, давайте-ка еще сыграем. Блин, я так хочу себе Хэнка. Ну, погнали тогда дальше. Я хочу за Грифа. На Мелоди. Ну, в принципе-то я не против, но... Как-то не сильно хочется. Ну, без разницы. На Мелоди как-то можно нормально тащить. И это мы сейчас и будем делать. Не, ну в принципе реально Мелоди нормальный боец. Мелоди, мне кажется, больше для обороны, нежели для атаки. Ну вот я и говорила, у нее урон вообще никакой. Нет, нафиг это Мелоди. Мелоди мне не нужно. И, кстати, в загрузочном экране, мне кажется, Supercell, вот эти советы, знаете, они часто какие-то тупые советы. Мне кажется, вы только что даже видели совет. Там было написано, чем дольше Джанет прицеливается, тем дальше она стреляет. Мне кажется, это всем понятно. Ну, тупые какие-то советы, как по мне. Ой, ё-моё. Вот тут, кстати, хорошо. Рика просто туда. Ой-ой-ой. Ромчика, не надо, не убивайте. Мани-мани-мани-мани-мани. Мани закончились. И, кстати, да, ребятки, вы так долго ждали нового видео. Забыла вам сказать. Видео, как оно, 24 часа говорю, да, своему другу. И оно выйдет в четверг, скорее всего. Времени не знаю во сколько. Но видео само выйдет в четверг. Так что как-то так. Вот вам инфа такая. Распространяйте ее везде. Вот прям везде, где можете распространять эту инфу. То, что видео на моем канале выйдет в четверг. Чтобы больше людей его посмотрело. Ну вот, как раз таки сейчас Рома тащит. Мы это наблюдаем. Слушайте, в принципе, Рома на Дина хорошо играет. Ну все, его закрутили. Ну, и на этом наш с вами, ребятки, ролик заканчивается. Давайте будем с вами прощаться. С вами был Дексис, Рома. И ждите новое видео. До новых встреч. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока.